Це був шок. У нас, кроме автоматов, и то не у всех, оружие, автоматы, ничего не было. Я буду помнить все свое життя. Мы бы удержали. Ну, силы неравны были. И Херсон они утримували до тех пор, доки мали змогу утримувати Снігурівку. Они сказали, что если хоть один солдат пропаде, або что-нибудь, они село расстреляют. При отступлении своих же они расстреливали. Мы уже поняли, что нет сюда, нет Снігурівки.